Салют, друзья! Меня зовут Ян Райанс, это Тора, и мы продолжаем играть в игрушку Джотун. Итак, мы прошли первого босса, и сейчас попытаемся пройти следующего. Так, отлично. Что нам дальше делать? Так. Что у нас тут? Так, что-то светится. Может быть, как-то... Так, нет, а куда нам идти? Я что-то не очень понимаю. Так, что это? Так, стрелочки. А, здесь, видимо, вот эти стрелочки показаны. И нам надо пройти по мосту куда-то. Ну-ка, разберемся. Так. Работает? Да, действительно, смотрите, я нашел более-менее выход. Пройдем. Так, направо или налево? Хороший вариант. Давайте налево пойдем. Все-таки поближе. Не так далеко бежать. Поехали. Северная звезда. Игдрасиль. Царство Солнца и Луны. Прольем немного света на это место. Это что? А, смотри, как интересно. Я так понял, это загадка по поводу составить вот это созвездие, да? Так, смотри, давай вот так вот. Они соединятся сейчас? По идее, вот это. Ну, вообще... Так, по идее, тогда... Вот так и вот так. А-а-а, вот какой ребус хитрый, да? Или здесь все надо активировать? Я что-то не пойму. Так, нет, видимо, не все. Видимо, надо составить все-таки было... Твою мать, а? Так. Понятно. Нас эта штука бьет. Все. Ребус несложный, сейчас разгадаем. Так. Начнем тогда с самого низу сразу. Понятно, вот это нам... Не помогает. Так, давайте тогда снизу проведем линию. Отойдем. Так, такая линия у нас есть. Теперь, видимо, вот так вот. Так, нет, подожди. Так, не идет. Тогда вот так вот. Так, замечательно. Что-то похожее есть, да? Попробуем вот так и вот так. Ну, получилось. Так, я что-то не понимаю. Или нам все надо активировать, твою мать. Я что-то надеялся, что нам надо составить вот тут созвездие. Ну, хрен с ним, давай попробуем все активировать. Что мы теряем, правильно? Ничего же. Так, так. И вот так тогда. И что? Ничего не происходит, да? Интересная хрень. Так, хорошо. Тогда пойдем от конечного. Начнем с конца. Так, вырубаем печку нашу. Так. Так, значит, смотри. Первый у нас вот этот. Потом он идет куда-то вот сюда, правильно? То есть мы соединяем их вот так. Так, первая линия у нас есть. Дальше нам нужно ее соединить вот с этой. Так. Нет, хорошо, смотри. Вот так. Ай-яй-яй, нет, лишь бы нас не ударило. Так, нет, смотри, тогда сделаем по-другому. Так. Так. Предположим, что они здесь по одной рассчитаны. То есть вот эти звезды, это один вот этот кристаллик. То есть вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Все, да, замечательно. Белка-посланец, Рототоск. А, это созвездие Рототоска. Замечательно.
Хорошо, так, что у нас? Похоже на какой-то вход, опять же, да? Войти мы туда не можем, а мы можем что-то... Смотри-ка, на камнях какие-то опять созвездия указаны. Так, проход здесь есть. Замечательно. Так, ну, что у нас на этот раз по загадкам? Принцип мы тем более поняли, так что теперь это не составит нам особого труда. Так, ну это стрелец, насколько я могу знать. Твою же ж мать! Так, давай начнем с нижней ноги. Вот так. Вот так. Нижняя нога есть. Дальше переходим вот так. Вот так. Нет, очевидно, вот это нам не надо. Тогда мы сделаем вот так. Сделаем вот так. Не-не-не-не-не. Не успел пробежать. Хорошо, смотри, я понял. Вот этот нам не нужен, мы его уберем. Вот этот мы поставим. Замечательно, смотри, сделали первую часть. Теперь мы... да, вот так. Вот так. Это у нас одна рука перейдет. Теперь мы... Смотри, теперь мы активируем дальнюю, чтобы нас не убило. Теперь... Так, не понял твою мать. Что это? Хорошо, тогда сделаем вот так. Вот так. Вот так. Вот так. И верхние три. Все, готово. Ну, правильно мы составили. Двалин. Второй из маленьких оленей, держащий в рогах 7 звезд. Это все круто, а нам-то что дальше делать? Нам дальше, наверное, вот сюда проходить можно, верно? Или мы отсюда пришли? Так, один олень у нас собран. Хорошо. Так, я понял, нам надо здесь 2 созвездия собрать и там 2 созвездия собрать. Все, наша миссия понятна. Сейчас мы это с вами сделаем. Не, забавная игрушка, то есть надо кое-где подумать, кое-где посражаться. Здесь нас, так понимаю, убьет током, если мы дотронемся. Даже не будем приближаться. Так, очередная головоломка, да? Так, это у нас большое созвездие большого ковша, наверное. Так, давай опять начнем с нижнего элемента. Так, и вот так. А, смотри, какой хитрый, я понял. Угу, не соединяет он. Тогда сделаем вот так. Есть. Теперь мы соединим вот эти 2 и перейдем их вот в этот элемент. Так, нас еще и там током, смотри, может ударить. Опять же. Ага. Так, ну теперь, в принципе, я так понимаю, несложно. То есть нам понадобится вот эта штука. Нам понадобится вот эта штука. Замечательно. Теперь мы его переведем вот сюда. Вот сюда. Так, а вот это можно даже не активировать. Зачем оно нам? Так, немножко посмотрим еще раз. Вот так. Вот так. И вот так. Что, мы правильно составили? Что-то у нас лишний элемент какой-то есть. Так, подожди, еще раз. Твою мать, внизу активировался, зачем? Как теперь это выключить-то? Вот ты-то, родной, зачем здесь активировался? Мы же тебя не включали. Ай-яй-яй. Вот, теперь все нормально будет, и последнюю. Подвел нас один камень. Да ты что, серьезно, что ли? Так, а что не так? Смотри, значит, раз, два, три, четыре снизу, верно? 4, дальше у нас идет 5, 6, 7. Хорошо, вот этот лишний. Все замечательно. Дайн. Самый маленький олень, несущий звезду Вега. Хорошо. Так, у нас еще одна третья загадка.
А вы нам ее не хотите показать, да? Или как вы хотите, чтобы я ее собрал? Каким образом? Наугад, что ли, ребят? Серьезно. Да, это будет тяжко. Хорошо. Так, здесь, наверное, лучше начать с верхнего элемента. Давай начнем вот с этих двух. Так, мы соединили первые два элемента. Дальше у нас идет третий. До сюда дотянешься? Отлично. Третий, один, четвертый. И два элемента вниз. Собственно, вот этот и вот этот. Мы угадали? Да, мы угадали, замечательно. Ястреб. Вертфольнир. Посланник Великого Ясеня. Замечательно. Так, мы уже составили три. Нам надо было для входа четыре штуки составить. Так, что это новенькое? Какой здоровый-то. А что это? Воу-воу-воу. Смотри, у нас появились две какие-то молнии. На меня снизошла... Так, слава Тору, богу грома и отваги. Так, все это классно. Еще бы знать, как это применять. Так, а здесь все тупичок у нас. Хорошо, но нам-то нужно было еще составить одно созвездие, как минимум, да? Так, ну хорошо, давайте тогда вернемся к нашей двери и посмотрим, что мы сделали, что мы не сделали. Так, замечательно пока все у нас идет здесь. Так, мы это дело мы обошли. Так, смотри, а может быть, кстати, и все. Я что-то не до конца-то не понял так. Четыре или три там надо было. Вроде как там видели, вход горит. То есть мы должны сейчас смело попасть туда. Вроде бы наша руна показалась. Так, значит, смотри, у нас один, второй рунный камень сделан. Твою же ж мать. Нам нужно, получается, еще и туда сходить, направо. И там еще собрать все эти созвездия. Наверное, да? Давайте сходим, посмотрим. Так. Пустота Генунгагаап, опять мы вернулись. Так, давайте сходим направо, глянем, что у нас здесь. Так, гнездо Вердельфальнира. Так, что это? Ничего, да? Да, птица должна быть больших размеров здесь гнездиться. Музыка мне уже не нравится. Так, грибы, наверное, развить можно, да? Нет, а куда? По листьям и по веткам, хорошо. Так, это у нас что? Вот, это можно рубить. Замечательно. Перебираемся наверх. Поверх Игдрасиля гнездится безымянный орел. Меж глаз его ястреб Вильдерфир сидит. Забавная птичка. Сейчас мы тебе в хвостину. На, собака. А чё, нет? Ну ладно. А, куда дальше? Так, опять можно разрубить у нас. Замечательно. Так, музыка становится все страшнее и страшнее, а это недобрый знак.
Наверное, нам сейчас птичка люлей-то наваляет. И куда мы вообще бежим? Здесь есть карта какая-то? Так. О-оу. Нормально. Прилетела птичка, пол хп нету. То есть она еще раз прилетает, и все сначала начинается, да? Интересная тактика. Так, это все круто, а как нам пробраться дальше-то? Хм, хорошо. Попробуем пройти вот здесь. Огромные ростки висят. Впечатляет. Так, еще один. Нам приготовиться, может быть, нас кувырок спасет от этой птицы. Так, она летит. Пробуем сейчас увернуться. О, нас Мимир спасет, дружище. Братан, как мы рады тебя видеть. Исцели нас, пожалуйста. Пополни наши силы и здоровье. Спасибо тебе, дружище, выручил очень сильно. Колодец на листьях на дереве. Это, конечно, дорогого стоит. Смотри, перо огромное. Еще перья. Здрасте. Не, ну игра камеры здесь, конечно, вообще шикарная просто. Что? Не-не-не-не-не. Не бей нас. А что, мы не сюда пришли, да? Так, грибы у нас не рубятся, и мы увидим огромное гнездо. Так, а можно как-то в это гнездо попасть и разрубить эти яйца? Будем мародерами. Наша Тора будет мародерствовать сейчас. Получай. Так, птица летит. О, замечательно, мы увернулись. Красавцы вообще. Давай, Тора, ломай деревья. Так, а сюда можно? Так. Отлично. Ну все, кто-то огребает сейчас у нас. А, так и туда не попасть. Жаль, как жаль-то, а. Печаль, беда. Ладно, хорошо, раз туда нам не попасть. Что ты хочешь-то опять? Не прокатит твой номер. Один раз нас цапнуло, больше такого не повторится. Так, здесь еще есть проход. Давайте попробуем здесь. Так, судя по карте, нам надо пробраться вот в самый верх. Здесь мы были у колодца, да? Вот эти как раз переходы нам показаны. По деревьям. Да что ж тебе надо-то от меня? Отстань, мать твою. Собака какая. Пернатая. Так, еще проходик. Так, то есть смотри, чем выше мы поднимаемся, тем активнее она нас начинает цапать пытаться. Да не получится угомонить птица. Так, и что это? Это тупик, да? Печаль. А где мы находимся? Так, я не понимаю, где мы находимся, если честно, но... Попробуем наугад сейчас выйти куда-нибудь. Да что ж ты докопалась-то до нас? Летает тут, раскидывает нам пух. Аллергию свою разносит собака. Хорошо. Мы уже почти наверху, почти добрались до нашей руны. Так. Так, а здесь можно, да, по листу пройти? Ура! Замечательно, мы все-таки добрались до нее. Вы
Вы нашли руну Вертфальнира. Продолжите исследование или вернутесь в Гинунгагап? Я бы хотел вернуться в Гинунгагап, наверное. Только как мне это сделать? Здесь можно как-то вернуться туда? Или это мы исследование продолжаем? Странный звук какой-то. Рататос передает. Норм такая белка пробежала. Так, нет, хорошо. А где здесь вернуться-то нам обратно? Так, пробуем. Посмотрим. Не, ну вы не хотите же сказать, что мне надо возвращаться в самое начало? Спускаться по всему этому дереву. Это же будет полный бред. Серьезно? Ты серьезно, что ли? Да. Нам предстоит долгая дорога обратно. Ну что ж, хорошо, друзья мои. Давайте мы на этом моменте сделаем перерывчик. И уже будем одолевать нашего следующего босса в следующей серии. Спасибо, что смотрели. Если вам нравится, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, оставлять комментарии под видео. Все, всего хорошего, удачи, увидимся в следующих сериях. Пока-пока.